Сеть магазинов для дома и ремонта «Перестройка». Крупный ритейлер, работающий в Новосибирске и Кемерово. Задача – увеличить знания бренда «Перестройка». Закрепить за ним три основные характеристики. Близость расположения, большой выбор, низкие цены. Решение – Петр Тройкин. Новый фирменный персонаж, по легенде являющийся каким-то там политиком. Компания делится на два этапа – тизерный и плизерный. В тизере мы раскручивали Петра Тройкина по всем законам предвыборной борьбы. В городе разместили наружную рекламу. По почтовым ящикам распространялись листовки и значки. На телевидении крутились ролики. Хочешь, выбирай! Я за то, чтобы выбор был всегда! Ну, выбирай, Васятка! Петр Тройкин! Мы все перестроим! Фундамент моего успеха — быть ближе к людям! Всегда! Да! Петр Тройкин! Мы все перестроим! Что, папа? Чтоб к вечеру был отличником! Проверю! Вот так и с ростом цен покончу, обещаю. Петр Тройкин, мы все перестроим. Был запущен личный сайт с биографией нашего политика. Спустя 3 недели в эфир был запущен плизерный ролик. Здравствуй, народ. Я Петр Тройкин, поздравляю тебя с нашей победой. Мы стали ближе, обрели свободу выбора и покончили с высокими ценами. Мы сделали это вместе. Алло, я тут с народом. И это место — перестройка. Перестройка. Нас выбирает город. Далее Петр Тройкин появился в продуктовой рекламе перестройки. Хватит терпеть, народ. Я знаю, что вам нужно. Не ждите. Езжайте прямо сейчас. Перестройка. Скидки до 40% только до конца июня. Вот говорят, слабый пол. А у нас в России весь пол сильный. Ух, сколько набрала. Перестройка. Скидки до 40% только до конца июня. Наш герой регулярно обращался к народу по радио. К народу обращается Петр Тройкин. Мне тут на днях приемный ламинат клали. Клали. Тут гляжу, один не как все кладет, а возьмет ламинатину и глядит на нее. Я ему: что ж ты волынишь-то, говорю, Вася? А он мне: вот вы, политики и жуки, я такой же домой покупал, а вам за полцены продали. Ну, я ему на дверь указал, он у меня сразу все понял. Акция от перестройки. При покупке двери ламинат за полцены. Перестройка. За открытость, за доступность. В дальнейших коммуникациях Петр Тройкин не отставал от других российских звезд политики. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я не буду с вами разговаривать, а только с президентом. Владимир Владимирович вас слушает. Да. Задавайте вопрос. Я слушаю вас. Добрый день. Это вы? Я. Добрый день, да. Это правда вы? Правда. А раньше тоже были вы, да? И я был раньше, да. Ой, Господи, спасибо вам большое. За все огромное спасибо. Слушаю. Петр, это вы? Да, это я. И все это время тоже были вы? Да, тоже я. Ой, спасибо вам большое за все. Особенно за пол, за полцены. Акция от перестройки. При покупке двери ламинат за полцены. Взял дверь? Считай 50% пола за спасибо. Результат. Петр выполнил все свои обещания. После проведения кампании количество посетителей магазинов сети «Перестройка» увеличилось на 42%. Годовой оборот на фоне общего снижения покупательской активности в кризисный период вырос на 28%. Голосуйте за Петра Тройкина.